Привет всем! С момента выхода последнего видео прошло уже достаточно много времени, больше 2 недель. Вы мне, как обычно, уже в комментариях начали писать, где новое видео, как там продвигается облицовка, как у тебя дела. Ну, друзья, дела такие. После того, как я провел розыгрыш недельку, я отдохнул, потому как весь июль и половина августа была изнуряющая 40-градусная жара. Отдыхал, как обычно, не занимался кладкой, но занимался организационными вопросами. То есть все равно каждый день здесь, кое-что из стройматериала докупил. Занимался вопросом с лесами, потому как скоро мне их уже ставят. А у меня их мало. В прошлом году я еще со штукатуркой как-то выкрутился, да, путем переставления с одной стороны на другую, но с облицовкой уже такое не получится. Докупил еще несколько секций, ну, об этом позже расскажу, как дело дойдет. Ну и, конечно же, за это время я и поработал, кое-что в плане кладки сделал, сейчас все покажу. Витя. Ну что ж, друзья, на данный момент имеем вот такой вот вид. Лицо дома, ну, не очень много, но зато все свое, как говорится. Дошел я кладка до окон и на 2 ряда уже продвинулся выше. Познакомьтесь, это новый мой сосед. Ну, точнее, не новый, но недавно мы с ним подружились. Витек, Витек, иди сюда. Вот он, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, знакомьтесь, это Виктор, вот он, вот такой вот паренек. Сдалека могло показаться, что это кошка, но нет, друзья, это собака, собака самая настоящая. С Витьком мы подружились то, что он огромный любитель, чтобы ему почесали за ухом, да, Витяк, чтобы его погладили. Смотрите, любит, чтобы его вот так вот почесали, смотрите. А, вообще прям балдежник в этом плане, да, Витек? Даже вот пытался его чем-нибудь угостить съедобным, нет, не ест. Кормят его, видимо, очень хорошо, а вот в плане почесать, он прям каждый день готов ко мне ходить по несколько раз, смотрите, ногой дергает от удовольствия. Витек, чуть-чуть он поменьше ростом, чем этот Тима, он же Пушок, он же Феликс, да, сосед, кошак. Ну, прикольный, прикольный тип такой, вот он, смотрите на него. Да, да. Смотрите, а? Ну-ка. Витек, давай, давай. Как ты еще умеешь прыгать, покажи. Ну, давай. Оп, ну, оп, давай, давай, давай. Ну, прыгает он сегодня не очень, уже удовольствие получил. Перед тем, как почесать, он прыгает, ого-го. В прошлый раз я кладкой дошел до нижней части обкладов окон. И в этот раз первое, что я сделал, и то, что вы сейчас уже увидели, подрезал вот эти вот самые обклады. В одном из прошлых видео я вам рассказывал, что по проекту у меня здесь обклады должны были быть толщиной 15 сантиметров. В этом месте должен был как раз оставаться зазор 2 сантиметра между обкладом и кирпичом. И облицовочный кирпич целый должен был здесь проходить. Этот зазор я планировал забивать раствором. В прошлом году, когда покупал блоки, не удалось мне в полном объеме купить блоки толщиной нужной толщины 15 сантиметров. Купил 20, и вот на всем первом этаже как раз вот 20 сантиметров толщиной были блоки. При монтаже можно было их как раз таки отрезать в нужную толщину, но я подумал так, что когда я буду заниматься облицовкой, все равно кирпич нужно будет резать, да, 3 в 3/4, ну и заодно и в этом месте буду подрезать кирпич. На практике получилось совсем по-другому. Получилось так, что
кирпич и так все время нужно резать, да, вот эти вот три четверти, и плюс еще подрезать кучу кирпичей вот в этом месте, это занимает очень большое количество времени и большие трудозатраты при этом. Поэтому пару рядов я прошел, после поехал, купил, разорился, купил ножовку по газобетону и все это дело подрезал. За полдня первый этаж я сделал. Из уже полученного опыта хочу посоветовать тем, кто, может быть, первый раз собирается резать газоблоки и покупать для этого ножовку, берите обязательно вот такую с победительными напайками. Есть просто вариант без напаек. Там просто разница в цене. Обычная стоит 500 рублей, вот такая стоит 1500. Есть соблазн купить там за 500 рублей, особенно в случае, когда там вроде как небольшой объем, как у меня. Но без напаек я не работал, работал вот это. И хочу вам сказать, что без напаек, скорее всего, это будет долгое мучение резать газоблок, да, ну, в немаленьком количестве. Потому как и вот этой ножовкой, да, тоже как бы, ну, не особо легко и быстро это получилось. Стартанул, конечно, хорошо, но потом, конечно, попотеть пришлось. Ну, полдня потратил я вот на первый этаж. Есть. В оконных проемах на первом пока этаже облицовка пришла вот таким вот образом. Верхний крайний ряд облицовочного кирпича пришел чуть выше нижней части окна, ровно на 3 сантиметра. Вот так. В идеале в этом месте облицовочный кирпич должен прийти вровень, да, с основной стеной, ну вот с этой вот нижней части окна. Чтобы так получилось, делают заранее расчет. Я при проектировании этого не делал, потому что не было, ну, точного понимания, будет ли бордюр или, может быть, что-то еще другое. Что сейчас нужно сделать? Во время монтажа основного окна, рамы окна, вот это место просто нужно будет приподнять на 2-2,5 сантиметра, чтобы раму поставить на монтажную планку, и отлив получился под нужным углом, приходя вот сюда, вот в облицовку. Что можно здесь применить? Нужно что-то сделать тепленькое, чтобы не получился мостик холода. Или наклеить ЭППС нужной толщины, он есть и 2 мм, 2 см, 3 см, то есть сюда отлично подойдет. Или залить каким-то теплым раствором. Что, скорее всего, я и сделаю, просто замешаю раствор с добавлением перлита, да, как я это делал между бордюром и основной стеной. Ну вот, вот так вот, друзья. Смотрите, пошли окна. Кладку делаю следующим образом. Ставлю кирпичи вот на край, что там получается, или 3/4, или половинка. Потом ставлю кирпич вот здесь, с одной стороны окна, с другой в дверном проеме и вот там вот в том окне. И потом уже между ними заполняю кладку. Ну, получается, естественно, с подрезами. Вот, например, пошел первый ряд, вот подрез. Чуть больше тычка он получился. Есть, да? Но, смотрите, да, способ кладки, все эти подрезы очень хорошо скрывает, в глаза совершенно не бросается. Вот, например, на этой стороне, смотрите, пошли все целые кирпичи. Вот два ряда, которые пошли выше окна, до этого, до угла, они все пошли целыми. Да, с первого взгляда именно так и кажется, что целые кирпичи. На самом деле, вот один подрез, здесь отрежен сантиметр у целого кирпича, он на сантиметр меньше. И вот выше него второй. Кромки делаю я, кромки небольшие, да, подтачиваю абразивным кругом. Вот два кирпича подрежены на сантиметр. В общем плане это совершенно незаметно. Вот такие подрезы с этой стороны. Ну вот здесь тычок. Второй ряд здесь целыми пошли кирпичи, здесь как бы нормально сошлось. Ну вот будет, то есть один ряд с подрезанным тычком, один целый в этом простенке. Ну здесь с этой стороны и с той все вот эти подрезы нивелируют вот этот стык темного светлого кирпича. То есть здесь подрезов вообще никаких нет, все это дело сгоняется вот в это место. На второй стороне тут немного поменьше, дошел я только до окон. Под окнами, ну, соответственно, со всех сторон дома, между предпоследним и последним, рядом перед началом окна закладываю сетку, да, армирую ряды. Использую базальтовую сетку, ячейка 2,5 на 2,5. We'll be right back.
В одном из прошлых видео я попробовал применить способ, который должен значительно облегчить работу при возведении угла для неопытного каменщика. То есть без применения отвесов, лазерных нивелиров и уровней. Выглядело это так. Вкладку поставил я гвоздь на угол. После этого поставил лазерный нивелир, вертикальный луч совместил с углом своей кладки. И вон там наверху, на диагональной стропиле на свесе крыши, поймал луч нивелира, повесил там отвес, то есть прикрепил нитку от отвеса, и после этого проверил. Отвес должен был прийти вот сюда, вот на угол кладки. Если не попадал, там я немного его регулировал. То есть добился того, чтобы отвес здесь четко приходил на угол. После этого в том месте, где была прикреплена нить отвеса, привязал я один конец нити, второй конец привязал вот сюда вот гвоздю. И вот получился вот такой вот результат. Здесь внизу нить привязал, намотал ее на гвоздь и сверху еще замотал изолентой, да, чтобы она не смещалась. Вот так это выглядит. Пошла нить по углу наверх. И наверху это дело выглядит вот так. Вверху на диагональную стропилу приходит нить в то место, куда попадал луч нивелира и где я привязывал отвес. Здесь я вот прикрутил кольцо, через него проходит нить и идет вот внутрь дома, да, внутрь второго этажа, через второе кольцо. По дороге, не цепляя, да, за доски, чтобы она не перетиралась. Проходит через второе кольцо и внизу на конце, внутри комнаты привязано, да, вот я привязал два кирпидоса. Эти два кирпича обеспечивают постоянную натяжку нити. Она не ослабевает теперь, ветром ее не смещает, не сдувает. Натянута как струна в прямом смысле. Да, нить толщиной 2 мм, вот такая басовая струна получилась. Теперь получается, что на всех четырех углах у меня строго вертикально в двух плоскостях натянута нить, она всегда имеет хорошую натяжку. Вот здесь на гвозде конец я ее на гвоздь намотал и сверху еще, да, накрутил изоленту, чтобы она не смещалась. Во время кладки угла ставлю кирпич, горизонтальной плоскости я выставляю уровнем, а потом уже кирпич подбиваю к нитке с двух сторон. С одной стороны угла и со второй. Далее задняя сторона дома у нас, она глухая, ни оконных, ни дверных проемов на первом этаже нет, поэтому здесь все просто и довольно все быстро происходит. 15 рядов я здесь уже поднял. Единственный оконный проем на втором этаже, он лестничный. Там газоблок толщиной 15 сантиметров, подрезать не нужно, то есть здесь вообще все просто замечательно происходит, ни за что я здесь не цепляюсь, так сказать, ничто меня не тормозит. Последняя сторона дома, это здесь вход в котельную. Ну, это северная сторона. Помните, да, в одном из видео я, ну, рассказывал, что во время жары буду как бы работать так, чтобы находиться все время в тени, да, на солнце не работать. И вот получается, с тех сторон, где большую часть дня светит солнце, я там быстрее стараюсь побольше сделать, там все хорошо идет. А вот с той стороны, где тенек, здесь как бы, когда я сюда прихожу, я здесь расслабляюсь и, соответственно, работы меньше всего здесь происходит, да, рядов, да, самая вот сторона, где меньше всего рядов. Ну, вот так все это выглядит. С этой стороны здесь у меня козлик мой стоит, который еще с самого начала стройки, режу здесь кирпич. Вот, вот, кстати, одна из еще причин, по которой, да, я быстренько обрезал обклады, потому что, да, очень быстро растет куча с обрезками. Ну, то есть получается, обрезки я эти буду выбрасывать. А так я сейчас кирпич перестал подрезать, он идет в кладку. Во-первых, лишнее вот это вот мне не нужно заморачиваться, выкидывать, да, ну и как бы кирпич идет в дело. Так, сделал я себе, кстати, стенд. Я его как-то показывал, но ничего про него не говорил. А стенд это, ну, на вроде того, что в прошлом году, помните, заливал я отмостку, тоже такое небольшое дело стенд, и там записывал, сколько чего потратил, и после мы с вами посчитали, сколько по стоимости обошлась квадратным метром отмостки. То же самое я сделаю с облицовкой. Вот я написал здесь, сколько уйдет количество цемента. Да, я делаю черточки, да, у количества мешков. Цемент у меня два, серый и белый.
Потом пигмент также использую. Песок. Ну, песок, не знаю, мне кажется, 14 тонн вот этих хватит. Ну, не знаю, может быть, еще придется докупить. И кирпич. День, здесь я написал, сколько штук в день. Ну, получается так, что записывать каждый день, но там, в принципе, числа получались бы одни и те же. С двух сторон, где у меня пересекается темный и светлый кирпич, если я работаю на этих сторонах, там в день выходит где-то 70 кирпичей. Больше не получается, потому что тут подрезы, подгонки, два разных цвета кладочного, да, раствора нужно замешивать, где-то 70 кирпичей, не больше за день. С тех сторон, где идет только желтый кирпич, то есть с остальных двух сторон дома, там у меня получается в день от 100 до 140 кирпичей я кладу. Где-то вот в этом диапазоне. То есть в среднем у меня вот так вот получается. Здесь я сначала записывал свои рекорды, там 119, 124, один раз было 180. Это вот был один день, я прям хорошо вот маханул 180 кирпичей. Ну, правда, работал от рассвета до заката. Это как раз вот вышло у меня как-то последнее видео, где вы мне в комментариях начали писать, что ой, эту кладку будешь там еще долго, сколько времени, успеешь, не успеешь, короче. Замотивировали меня, я на следующий день 180 кирпичей кинул. Но 180 в день в одного, то есть сам подносишь кирпич, замешиваешь и кладешь, и делаешь расшивку, это, ну это так, в качестве рекорда. Каждый день это нереально, по 180 кирпичей, это через дней 10, не знаю, там отвалятся ноги, и вообще пропадет все желание работать дальше. Поэтому, как бы, ну вот в моем случае, если вот только желтый кирпич, 100-140 кирпичей у меня в день выходит. Если вот где перемешанный кирпич, ну 70, где-то так. Есть. Планирую, наверное, я вот в этом месте, скорее всего, буду себе ставить как бы план, допустим, на неделю. Там, допустим, надо было там положить 600 кирпичей, и вот буду, да, стараться, буду каждый день записывать и стремиться к этому плану, да, чтобы, допустим, 600 кирпичей за неделю положить. Ну, вот как-то так. Ну, а вот в общем, да, в конце мы это все дело посчитаем. Добавим сюда стоимость кирпича и посмотрим, во сколько обошелся квадратным метром кладки моей облицовки. Ну и все, да, прошлись вокруг дома. Вот такой вот у меня результат. Ну и вот, да, угол темного кирпича, вот так вот он вырисовывается. Ну, еще мало рядов, особо-то как бы и ничего особенного пока не вырисовывается. Ну, вот так вот это выглядит на данный момент. А многие из вас заметили, что изначально был только вот такого цвета кирпич. Это Мока, производитель Терекса. Появился еще вот такого тона. Да, добавил я вот здесь вот в переходе от темного к светлому кирпичу, чтобы такого, как бы немного, да, смягчить переход. Вот такого цвета. Это цвет из шоколад, тоже, да, производитель Терекс. Есть такое дело. Одну палету я прикупил и вот в это место добавляю. Смотрите, есть еще вот в темной кладке кое-где этот кирпич попадается. Кто-то мне вот в комментариях под прошлым видео писал, да, Диман, смотри, у тебя тычок тут попал другого цвета, поменяй. Это так задумано, это сделано специально, и вот на углу здесь то же самое появилось, и вот выше тоже будет присутствовать. Это, кстати, не моя задумка. Если что, приезжал ко мне Миша Раков, я про него рассказывал, тоже местный отчаянный самостройщик. Вот, он приехал и говорит, а что ты попробуй вот кое-где вот хаотично поставлять вот эти вот более светлые кирпичи. Ну вот попробовал, если в конечном итоге не зайдет, то это Миша придумал, вопросы все к нему будем задавать. Вот, кстати, кто-то интересовался, где можно посмотреть Мишину стройку, Мишин дом. У него есть свой канал в YouTube. Вот ссылка, проходите, смотрите. Сейчас он, кстати, очень интересно сделал
делает теплый пол. Он и ППС, но у него там не черновая стяжка, по-моему, плита перекрытия, приклеивал раствором к полу листы ППС. И уже он уложил трубы теплого пола и залил полусухой стяжкой. Вот последние, да, его действия были полусухой стяжкой, он залил уже весь дом. Если интересно, у него там и котельная полностью готова, он сделал своими руками всю разводку, и у него есть видос про котельную, кстати, очень интересный. Если интересно, проходите, смотрите. Ну вот так вот. Вот так все на данный момент выглядит. Что касается лесов, ну, в принципе, я уже подошел к тому моменту, когда уже, в общем-то, пора ставить леса с тех вот с трех сторон дома. Здесь-то пока еще все нормально. Сейчас вот проходил, вы, наверное, уже видели. Работаю я вот по трем сторонам, кроме лицевой, вот с этой вот лавочки, смотрите. Вот такая вот есть замечательная у меня лавочка. Это как раз, вот знаете, тот случай, когда было очень полезно иной раз проехать мимо мусорки, да, возле общества, возле управления общества. То есть у меня есть две дороги, по своей улице езжу, а бывает поверху еду, да, там лучшая дорога, и там вот мимо мусорки. Вот, пожалуйста, стоял вот эта вот прекрасная лавочка. Как, знаете, вот интересный момент, в тот день я как раз утром ехал и думал о том, блин, пора бы уже что-то думать. Перед тем, как поставить леса, надо еще что-то под ноги поставить, поднять несколько рядов, чтобы с лесов можно было нормально уже продолжить. И вот, пожалуйста, еду мимо, и стоит вот эта вот замечательная лавка. Кто-то для меня ее там оставил. Она в отличном состоянии. То есть вот этот вот нижний конструктив, вот этот вот опорный, вон, смотрите, все здесь прям как положено сделано. И все целое. То есть самое главное... То, на что у меня бы как минимум полдня ушло, если бы я сам это делал. Нанастили, пару досок поменял, и все. Вот я с ней работаю. Здесь все помещается. По длине, по ширине, по высоте самое то. Вот прикрутил вот такую веревку, и за нее я ее передвигаю. То есть, смотрите, получается так. Я сейчас вот с этой лавки делаю еще ряда 4. Вверх поднимаю, потом ставлю первый уровень лесов, и как раз получится так, что, ну, вот, примерно с этого уровня я пойду дальше. Замечательно. А на лицевой стороне у меня здесь терраса с крыльцом залита, то есть уровень выше гораздо. Здесь еще даже вот, ну, с террасы я еще несколько рядов могу кинуть. В этом месте сделал помост вот такой, ну, то есть сделал леса на уровне террасы и крыльца. Если здесь сюда еще поставить вон ту лавку, вот в эти места, то еще рядов 10 с этой стороны я кину. То есть получится так, что леса я сейчас еще ряда 3 кидаю с лавочки с трех сторон дома. И вот с тех сторон в первую очередь буду ставить леса. В последнюю очередь пойдут вот здесь. Ну вот так. Есть. Ну вот такой вот результат у меня на сегодняшний день. Скажете, мало? Да, согласен, маловато, учитывая то, что уже начало сентября практически. Но напоминаю, что работаю я здесь один, все это сделано в одного, не имея профессиональных навыков. Ну и, как уже говорил, сейчас у меня появилась возможность работать каждый день с утра до вечера, планирую ускориться. Спадает жара, сейчас уже не 40, а 30 градусная жара у нас, уже полегче. Ну и с началом сентября все это пойдет уже, конечно же, на спад. В следующий раз расскажу про раствор. У меня раствор цветной, два цвета. Расскажу, что, куда и сколько добавляю, как его размешиваю. То есть в прошлом видео начал с самого начала, как подбираю кирпич, как делаю раскладку, натягиваю шнурку. Следующий этап – это замес раствора. В следующий раз расскажу. Ну и поставим уже, наверное, первый ряд лесов. Работа пойдет уже с первого яруса лесов. Ну а на сегодня все. Обязательно на моей самостройке скоро увидимся. Ну а пока, всем пока. Thank you.
вот такую базальтовую сетку. Она очень хорошо подходит, сетка гибкая, тонкая, плоская, толщина, по-моему, меньше миллиметра. При этом она очень, я себе, очень крепкая. Нормально.